Так, вот сам конденсатор, ой, господи, фильтр, который я снял, это шляпка. А вот я покажу, как выглядит вообще, видите, то есть мы что видим здесь? Это элементы фильтра, вот, и они вот, то есть видите, сюда попала уже влага, вот. Ну и соответственно, он работал нестабильно, поэтому будем менять его, ставить на другой, ставить будем другой фильтр. Вот такая вот фигня.